Всем привет! Новый выпуск по Рояль. Многие ждали, спрашивали, Холди, где стримы, где видосы по Твинку, почему ты не играешь, почему мы не видим новых стримов. Ребят, на самом деле у меня просто немножечко там планы изменились, мало времени было, я не смог постримить, уже сколько, 2 или 3 дня мы не стримим на Твинке, и видео даже не было вчера, хотя по идее у меня ролики каждый день по Твинку. Короче, еще один день остался, и у меня все будет как раньше, поэтому... Обязательно подпишись, нажми на колокольчик, не пропускай. Вот дальше будут реально интересные стримы по этому аккаунту, потому что когда мы зайдем на 3000+, ну это же реально будет жаришка, просто жаришка. И, ребята, последний опрос у меня для вас. Выбрать деку, потому что уже завтра я уже определюсь с декой. Я вот сейчас дойду до 7-й арены в этом ролике, и мне надо, чтобы вы определились с колодой. В моей группе есть опрос. На выбор 3 колоды. Что-то с элитными варварами, Хок плюс 3 мушкетера и Гик плюс парки. Я знаю, что я уже многим говорил, многие уже проголосовали, но для новичков. Обязательно подпишитесь на паблик, проголосуйте, и уже начиная с 7 арены я определюсь, сделаю колоду и начну открывать уже сундучки. Поэтому выбирайте деку, и, ребят, в моем паблике уже почти 150 тысяч подписчиков. Там осталось меньше 2000. Пожалуйста, если вы даже не хотите голосовать, просто подпишитесь на паблик. Помогите добить эту цифру. Это, блин, прям круто. 150к. Спасибо всем огромное. Ссылка на паблик в описании. Ну, а я, ребята, перехожу к онлайн-каточкам. Дека у меня Хок. Ну, короче, такая дека какая-то. Про тепиков туда накидал. Давайте возьмем 7-ю арену. Начиная с 7-й арены, я уже буду составлять... Ну, я бы не сказал адекватные, не назвал бы эту колоду адекватной, которую я планирую составлять, но, по крайней мере, той, которой я буду покорять топ. Громко сказал, но тем не менее. Вот, поэтому, да блин, уже какой бой мне подбирается лава, я серьезно вам говорю. Прям вот уже второй или третий поединок. Не знаю, что так не везет мне. У меня еще легендарных карт нету. Так, молния, хорошо, но молния миньоном не убивает, соответственно... Мы лаву сейчас уничтожим. Ах, ты же еще со стрелами играешь. Ну, слушайте, мне кажется, этот парень неплохо играет. Так, используем зап. Так. Слушайте, он так же урона нанес, как и я хогом. Хотя, в принципе, там полуживой хог был, поэтому нечему удивляться. Ладно, выбрасываем валькирию с краю карты. Поехали. Так. Я предполагаю, что там еще должен быть шарик. Ну, если это адекватный игрок, а не просто чувак выбил лаву и просто с ней катает. Так, ну поехали. Колдун нужен срочно, потому что миньонов надо уничтожать. Ох ты, блин. Ой, хорош, хорош. Ой, yes, валькирию уничтожили. Ну, парень неплохо играет, это заметно. Это заметно, потому что, ну, делает все правильно, но вот с валькирией он немножечко протупил. Все, мы забрали башню его. Так, ну, орду мух сливать нельзя, поэтому солью армии скелетов, потому что я играю против лавы, скорее всего, там еще шарик имеется. Давайте подкину всадника на кабане справа, приготовлю зап, хотя я сомневаюсь, что он нам понадобится, армию скелетов он только что слил, он тратит молнию на скелетов и на хога, смешно, смешно. Так, ладно, миньончиков пятых дефать не буду, выброшу просто валькирию из каракаты, пускай она пока подойдет к мостику, у меня накопится эликсир, тем самым я подкину еще принца и подкину колдуна, и думаю, что заберу башню. Так, подкидываем принца, колдуна пока не буду, потому что он может валькирию выбросить сразу, так, вот здесь уже колдун пошел, готовим, вот, отлично, вот тут давайте используем зап, так, используем фриз. Не знаю, зачем я использовал фриз на шарик. Так, закидываем хога. Забираем башню. И что мы делаем? А мы идем на 3 короны. Мы идем на 3 короны. До фриза я вряд ли прокручусь. Хотя, это изи, изи. Да, чувак, не повезло тебе. С лавой проигрывать хогу пятому. Прискорбно. Плюс 27 кубков. И 3 короны. Так, о, у нас что-то, смотрите, появилось специальное предложение. Откуда оно появилось? А что это? Сундук с огненными духами. Чё? Суперсел, вы за кого у меня принимаете? 500 гемов на огненных духов? Новое испытание какое-то или что во время видео появилось? Или что это? Это что за набор для лохов? Какие 500 гемов на огненных духов? Сундук с огненными духами. Ну давайте. Содержит вероятность одной леги. Я, короче, не буду комментировать. Это для 6-й арены, короче, я понял.
Оу, выпала гоблинская бочка. Ладно, мы идем на седьмую арену. Там будет спецпредложение. Естественно, я его по традиции задоначу. Я на всех аренах доначу. Но я думаю, что какую-то арену я пропущу, потому что в некоторых, некоторых моментах и на некоторых аренах это не имеет смысла просто. Мне лучше влить деньги и гемы на определенные карты, да, на мою колоду, а не просто так задонатить сундук и слить бабки, короче. На этом твинке я буду стараться более экономить, потому что если я на прошлого влил нереально много денег, то на этом я постараюсь сэкономить и поменьше. Блин. Ай, господи. Ладно, фризуем. Фризуем, потому что если я фриз не использую, то я вряд ли заберу... Давайте запищу. Использовать пеку. Фух, против пеки будет сложно. Еще, ребята, третья пека. Капец просто. Ну, давайте валькирию. Седьмой уровень с третьей пекой с райджем. Капец. Я надеюсь, там и легендарок нету. Мемори. Слушайте, что он такой жесткий? Ну реально, третья пека это сильная карта. Вообще третьи эпики сами по себе не слабые. Угу. Ну, будем стараться. Вот это даже интересно. Так, я думаю, что Хога просто в соло выбросим справа. Так, хорошо. Больше Хогу ничего подкидывать не буду. Ай-яй-яй-яй-яй. А жалко. Жалко, что так случилось. Так, давайте колдуна. Потому что, блин, если я не задефу, мне сейчас башню просто сломают. Ай, хотел армии скелетов. Рили, хотел армии скелетов. Ну, давайте попробуем так. И вот так. Смотрите, как хорошо я разделил. Думал, не хватит эликсира, но я все сделал четенько. Так, 1700 здоровья. Опача, хорош, нежданчик такой. Так, пошла валькирия, че колдуну-то просто так пропадать. Поехали, подкидываем. Возможно, что-то и получится, какая-то атака. Я просто не знаю, чем он будет дефать. Колдун, ну ладно, все, больше ничего подкидывать не буду. Жаль, у меня нету там фаербола какого-то, зато у меня есть фриз. Так, я подкидываю Хога справа. Подкидываю Хога справа. Зап на армию скелетов. Что-то он не захотел выбрасывать армию скелетов. Ладно. Фризом остановился. Это так смешно, когда он вот пытается такое что-то сделать, а у него не получается. Так, принц. Тут, так, пеку он не выбросит, интересно. Хотя плевать. Давайте пытаемся атаковать. Забрасываем еще миньонов. А, он, видимо, уже все, сдался, да? Да, парень понял, что он обречен. Ну, конечно, так играть. Хотя прокачка у него достаточно нормальная. То есть я бы, возможно, и выиграл сам себя против деки с Хогом. Ну, хз. Плюс 30 кубков. Итак, мы получаем седьмую арену. А, нет, еще один бой. Еще один бой, и я на седьмой арене. Блин, жаль, очень жаль, проиграл какому-то спамеру. Блин, я думал, уже остается последняя арена. Ладно, ой, последняя игра. Но прожал меня парень с 8 комонками. Ладно, поехали. Жестко, да я тупанул, надо было не атаковать по этой же стороне, где идет спам. Я же, ну, сам виноват. Надо было атаковать по левой стороне. Жалко такому уроду отдавать победу. Ненавижу просто, ненавижу таких игроков, у которых, ну реально для своих кубков прокачка очень высокая. Ну у него 8 комонки, 6... ну ладно, она не очень высокая, но... Все равно жалко, потому что он не заслужил победы, он плохо играл. И я плохо, я еще хуже играл. Так, армия скелетов. Тут мы используем разряд. Так, восьмая бочка. Ой, восьмая гоблина, это значит второй уровень гоблинской бочки или третий. Так, отлично, он не дефал скелетиков, тем самым пропустил много урона. Так, давайте здесь орда мух. И пошел у нас Хуграйдер слева. Так, блин, я не думал, что я смогу проиграть на этих кубках. Реально, вот
небольшое такое чувство осталось, короче. Ну, как-то осадочек такой остался. Честно, обидно проигрывать на таких кубках, очень. Я не знаю, как я не обыграл его. Блин, ну надо Валькирию, потому что я вот смотрю, вроде скелетики уже почти все сдохли, но нет. Если я сейчас не буду вообще дефать, игнорировать их, останется на 50% хп меньше. Так, все, отлично, она еще и мушкетера задефала, Валькирия. Так, ну поехали, колдун слева. Колдун у нас будет слева. Так, бочку, естественно, контрим запом. Ах ты ж. Хитрец, ну ладно. Фриз готовы, у меня тоже такая карта есть. Давай. Так. Фриз? Смотрите, как вовремя я зафризил. Просто шикарно. Тогда бей ты уже. Чё так долго Валькирию сносил-то, я не пойму. Ты же принц. Но она вроде 6 уровня, не такая уж и прокачанная. Так, здесь Орда Мух. Так, ну это трёшка однозначно. Но мне надо еще одну игру откатать, чтобы зайти на седьмую арену уже наконец-таки. Так, поехали, принц. Так. Блин, как же долго сносится на трешку. Фриз? Хорошо, отлично. Блин, на самом деле, если бы хотя бы на уровень выше прокачка, было бы быстрее. Ну и с этой прокачкой тоже нормально, просто хочется быстрее выигрывать игроков. Хочется быстрее подниматься, вот почему-то у меня так... На таких кубках я не люблю играть по полчаса. Хочется сразу вот за первую минуту на трешку снести, но понимаю, что у меня-то прокачка обычная, стандартная. Просто я привык на таких кубках там фаниться, когда, не знаю, последние такие поединки быстрые были, это когда я делал фан-атаки. Фан-атаки с хорошей прокачкой. Но это было просто выбросил юнита, изи трешка. Так. Давайте Хога, чтобы он потанчил, но не получилось. Последняя тыка от мага, и его бы маг сдох. Но Хог там все равно два удара сделает. Так, у него ведьма и колдун. Это, конечно, не очень. Много сплэша. Так, поехали, принц. Забрасываем принца. Так, готовим зап. Так, используем разряд. И забираем башню его. Так, отлично. Но опять-таки, вот на трешку хочется пойти, но не хватит немножко прокачки. Да и соперник-то дефается, тем более. Так, ну, пойдем, значит, сейчас на левую башню. Думаю, чем же пойти? Армия скелетов, либо с колдуном. Или пойти на три короны. Давайте пойдем на три короны. Все равно на трешку его выносить. Сейчас просто фриз кину вовремя на сплэш. Вот так, смотрите, оп, и все. И его сплэш весь... обезврежен. Все. Он даже если выпустит ведьму, он не успеет. Наконец-то. Все, я взял седьмую арену. Конечно, не так, как планировал, но тем не менее. Я планировал за три поединка сделать. Все, седьмая арена. Скриншот. И вот с этого момента, ребята, я уже буду ждать сундук фортуны и уже сделаю первое открытие, скорее всего, в следующем выпуске. Ох ты, ё-моё. Слушайте, первая легендарка на моем аккаунте. 10 баксов, Карл. 10 баксов. Первая легендарка. Ну давайте откроем. Я думаю, что вам интересно будет. Делаю скриншот. Слушайте, я такой же сундук открывал у себя на холдике. Только там было за последнюю арену. Ну ладно. Донатим. По-любому. Все, минус 10 баксов. Поехали. Так, золото. Принц или молния? Я возьму принца, потому что молнией я вряд ли буду играть. Да и принцем вряд ли, но пока что, может, пофаню с ним. Третий уровень. Стрелы или мортира? Возьму стрелы. Дракончик или... Это что ж такое, эпики? Не те, которые я хочу. Дракончик. Гигант либо печка? Возьму печку. Вдруг буду играть с печкой. 60 штук. Дальше. Стражи либо торнадо? Ах, блин, торнадо, возьму торнадо. Торнадо крутая карта, 7 штук. И... Ох ты ж, класс. 7 штук, ну, я в плане того, что много реально эпиков я выбил. Но, к сожалению, только одну карту, которой буду пользоваться, это торнадо. Ну, шариком, возможно, первое время поиграю. Итак, внимание,
первое лего на моем твинке. Поехали, скриншот. Блин, не успел сделать скрин такой идеальный. Так, бревно либо лава. Ох ты ж, боже мой. Естественно, тут надо брать лаву, потому что с лавой я бы изи взял высокие кубки. Но это не просто твинки, ребята, это новый проект, и тут определенная колода у меня. Я с лавой играть не буду однозначно, у меня даже ее в списке нету, поэтому брать ее нету смысла. Возьму бревно, бревно классная карта, поэтому берем бревно однозначно. Ах! Все, класс, первая лего на моем аккаунте. И 50 тысяч голды, просто лови, холдик. Ну что, с этого момента начинается жара. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик и ждите мои новые выпуски. А я желаю вам удачи, хорошего вам всем настроения. Спасибо за просмотр, подпишитесь на паблик и на мой канал. Всем удачи, всем пока.